Здравствуйте, друзья! Мы все еще одни-одинешеньки. Сегодня видео будет про странного гостя, который к нам зашел, про луняшины кульбиты и про то, почему мы Винюшу заставляем голодать. Все, всем приятного просмотра. А мы тут обессиленные валяемся после прогулок всех. Спим. Ух, ух. Ой, Бубочка, Бубочка. Так у нас холодно, вообще не знаем, когда весна придет к нам и лето за ней. Ну куда ты, подушка моя, укатилась? Я хочу на себе лежать. И лето за ним, просто сегодня минус один. И в шапках мы все гуляем, а девочки в шубах. Зря линяли. Все, пока-пока. Приятного просмотра. Или привет-привет. А вот какая погода у нас еще стоит. Тренировка приостановлена. Лед? От что там? Интересно знать. Думаю, ничего хорошего. Веня! Кто-то сегодня мыться будет в душе. Венза! Еще говорят, что мы тебя в ежовых рукавицах держим. Делает вон что хочет. Ты в чем там валялась? Надеюсь, просто в сухой траве, а не в каких-нибудь лисьих какашках. Ну, эта мадама вышла. Сначала ей нужно вообще созерцать, что вокруг происходит полчаса. Как там дела в мире творятся? Что нового произошло, пока королева Бусинда спала? Королева Бусинда. Видала? Веня уже вовсю от жизни берет. Все, что только можно. А ты все ждешь. Все, срочно дела появились. У них сегодня заруба какая-то. Веня кису дома гоняла, а киса... Такие вообще жабы. Ой, Веня. Стойности. Буся растрясла в тебе. Веня, мячики-то где твои? Раскидала все по территории? Разбросала? Не найти. Чем играть сейчас? Неси сюда, поиграем. Обезьяна повисла. Буся, как тебя спасать, я не знаю. Давай, давай, думай. Думай, Бубочка. Нет, 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 держись. Давай, давай, вот, давай. Молодец. Молодец, кошка, ты что? Придумываешь себе сложность. Кашку какую-то головой залил, это уже как гриб, что ли? Бедная девочка, напугалась. Или не напугалась. Кажется, то прикольно. Любишь ты себе сложности устраивать? Вот ей старые сосны неинтересны, где толстые ветки спокойно спустятся. Специально вот на эту стоненькую залезла, болтуся. Вот Винюшин рацион, а то там переживали, сказали, что придет собачий бог и, не знаю, съест меня. 100 грамм примерно индейки без жира, творожок 5%, всего лишь полпачки, орешки, яйцо, яблоко и вот стакан корма обычно. Порция небольшая, но ей большая и не нужна, она должна быть разнообразная, это я так считаю, вот, поэтому так и кормлю, да, Винюша, сейчас будет. Все, сейчас готовим, Виня ждет. Не дождется. Ей нужно похудеть еще на 2 килограмма. Потому что сказал врач, что должна быть 40. Она 43 при последнем взвешивании была. Или 42. В общем, 2-3 килограмма. Как раз за лето сейчас она постройнеет, потому что это для нее полезно. А рацион не просто корм, а разнообразный. И все нужное в нем есть. Так что не нужно тут меня ни в чем обвинять. Веня уж точно не похожа на голодающую. Вот что у нас получилось. Пойдемте.
товарищ Венза. Здравствуйте, Лежебокинск. Загораете? Иди. Все. Приятного аппетита. Да, чисто не будет. Не переживайте за Веню. Вон у нее жирок какой есть. Все с ней хорошо. Буся контролирует, чтобы с ней все было хорошо. Да? Нагулялись уроньки. Такие смешные. Очень удобно. Очень удобненько. Очень удобненько. Спи, спи. Буся пошла сама себе еду добывать. Чё? Мяско там размораживается твое, да? Ну, еще не готово. Еще холодное. Ну, подождать надо чуть-чуть. Так, вот, ну и у нас будет костный бульон на ужин. А, не только Вене, кстати, но и мне, так что мы с ним вообще одинаково питаемся. Это бульон не просто обычный, а он будет вариться медленно, где-то в районе 10-12 часов. Так что вот, будет очень полезная штука для всех. И для зверей, и для людей в том числе. Так что вот, не переживайте, пожалуйста, за Венин рацион. Я на рационах помешана. Я стараюсь всех животных своих кормить правильно и разнообразно. Ну, так, как я считаю нужным. Вот, так что, надеюсь, ваши переживания сойдут на нет. Сидит, смотрит. Я думаю, что такое? А к нам повадился? Оказывается. Я думаю, кто там писает постоянно. Вы посмотрите, кто это вообще такой. Гадит в нашем огороде рыжий какой-то бритый кот. Капец. Не туда зашел. Буся просто в шоке. Я уже думала, кто дикий. Главное, откуда взялся. У нас ближайший дом. Очень-очень далеко. Вот засранец. Пришел к нам на территорию нагадить. Пойду проверю. Лев доморощенный. Все, занятия теперь на месяц вперед. Вынюхивать иноземца. Чего ходил туда? По твоей личной территории. Какой-то бритый тип. Буся. Не знал он, кому забрел. Я его, кстати, выскочила. Сильно напугала. Надеюсь, он больше не решится сюда заглядывать. А то тут начнется вообще охота. Ой, охотница. Села, извините. Вот она прям четко чует, где этот негодяй проходил, где какие-то свои метки оставил. Писала, кстати, она, по-моему, там же, где он в туалет ходил. Непрошенные, незваные гости. Вот, смотрите, по следу прямо идет. Вот он туда и до забора, до коробки дошел. Ищейка. А, ищейка. Интересно, он же вот не писал каждый свой шаг. Она, видимо, как-то по следам определяет, где тут кто был. Прям
прям идет по следу. Интересно. Коробка нашла. И кто-то в этой коробке сидел, кроме Вовы и стула. Что за зверь? Странный, а? Вообще мою коробку наглым образом. Это же, ну дела, ну и дела. Интриги, скандалы, расследования деревенщин. Ох уж этот лысый. Ох уж этот бритый. Как посмел. Жить будешь в коробке? Ты тебя в коробку не заманишь, а стоило всего лишь какому-то коту в нее заглянуть один разок, и все, сразу Буся в коробке поселилась, слюни пускает. Для жениха он маловат, Бубочка. Да, если придет сюда, посмотрит, что тут вообще, какие метки ты ему, какие сообщения, смски оставила, будет в восторге. Коробку завода. Вот так, ну правильно, все сообщения ему надо оставить, чтобы точно понял. Он весь слюнявый. О. Бедный мяч. Все внутренности из него достали. Где-то здесь раскидали. Срочно нужен субботник. Вам вот, вот, вот вам, дамочки, выдам вилы, мешки. Будете собирать вот это вот все, что наделали. Ну, тоже хочет поиграть мячиком. Ты и так из него вообще всю душу вынула. Срочно понадобился Вене мячик. Все. Ура!